Так, 3 июля. Цены на топливо. Кстати, 92-й. 3 дня назад стоил 45.03. Но до этого неделя назад стоил 45.44.93. То есть каждые 2-3 дня на 10 копеек накидывают, пока все спят. Молодцы, ребята, что сказать. Кстати, морковь уже по 120 рублей. А свекла в некоторых городах перевалил за 200. И все это происходит по ночам, пока вы спите.